Всем привет! Продолжаем изучать алгоритмы на языке Java. Сегодня мы займемся динамическим программированием, а именно будем искать редакционное расстояние. Давайте посмотрим нашу задачу. Нам заданы две строки длиной не больше 100 символов, содержащих строчные буквы латинского алфавита. Нужно найти редакционное расстояние между ними. Ну, что такое редакционное расстояние, вам уже рассказали на теории. Это число операций, которые нужно сделать с первой строкой, чтобы получить вторую строку. Операция — это добавление символа, удаление символа или замена символа. Давайте приступим. Как обычно, давайте начнем с того, что прочитаем входной файл. Заведем сканер, input, useScanner от newFile, input.txt. И запишем файл input.txt. Ну, давайте первый сам был довольно простой, давайте второй сразу запишем. Прекрасно. Вот тест. Ответ на него может быть 3. Давайте его прочитаем. Ну, тест очень простой. Состоит всего из двух строк. Просто возьмем, заведем строку. Как они называются у нас? Давайте назовем их first и second. Давайте выведем. Вот, считались две строки. Теперь давайте решать нашу задачу. Ну, как вы знаете, задачу нужно решать динамическим программированием. Сегодня мы изучим две техники динамического программирования. Первая техника — это так называемая ленивая динамика, когда вы делаете рекурсивную функцию с запоминанием результата. А вторая техника — просто итеративный безрекурсивный метод, который работает быстрее, но чуть немножко посложнее его писать. Ну, приступим.